Понимаете, я скажу конкретно. Политики ругаются, страдаем мы, простые люди. Политиков выбирает народ, а народе никто не думает. Из-за хорошей жизни. У меня здесь, я проживаю, здесь квартира. В Островце я снимаю, потому что мать осталась одна. Она ходить не может, есть дом здесь. Но я гражданин другого государства. И понимаете, и сейчас меня как закрывают границы, если те закроют, я не знаю, что мне делать. Я на год оформлюсь здесь. Я вот сегодня приехал, мне нужно было к врачу свои дела делать. Я опять еду к матери. На меня повлияет данное закрытие границы, то, что придется ездить через Каменный Лог, а там очереди побольше. Тут я ездил каждые выходные домой и возвращался. Конечно, будут неудобства. У меня родители живут рядом. Понятно, что сейчас придется ехать кругами. Раньше из-за этих очередей за велосипедики эти купили, чтобы как-то быстрее не стоять только в очереди. Но сейчас нужно будет через эти центральные. Опять вопрос, не будет ли там то же самое через какое-то время. А так, я считаю, что если люди рвут связи, это же простые люди едут, тут не едут тот же Лукашенко или еще кто-то между собой. От этого я не вижу ничего хорошего. Я думаю, нужно закрывать на работу, тут ни на чью не повлияет. Белорусам только повлияет, а нашим не повлияет ни на какую работу. Потому что на Беларусь не ездят работать, а только белорусцы ездят работать. Большинство тут контрабандой занимаются, видимо. Столько как не едешь, еще разборка машину. Вот зато и, наверное, закрывают. Будем через центральный, будем меньше ездить, просто больше к родственникам, если к семье, если ехать туда. А тут нечего ездить, только что люди ездят в шоп этот, и все проблемы. Беларуси дают заработки, и все тут проблемы. Все денежки только туда. Желательно, чтобы она была открыта. Тут на месте съездить, взять положенное, то, что можно положенное взять. А думать, что тут думать? Политика есть политика, так что не мы тут решаем. Раз в сутку. Если не секрет, что зачем ездили, чтобы палить? Какой тут секрет? Положенная сигарет, бутылочку водки. И все. Шоколадок там возьмется еще. Границы не стоит закрывать, конечно, просто-напросто лучше. Я бы предложил бы, не знаю, как это власти, они будут на это внимание обращать или нет, но желательно бы, такого, конечно, пункта нигде, вообще, может, в Европе нигде нету, чисто велосипедный пункт. Потому что тут немножко понимается и сторона, и литовской стороны таможенники, что ввоз контрабанды идет большой, и это все такое. Но на велосипеде, я думаю, тут контрабанды много ты не провезешь. Я не знаю, какие там потенциальные угрозы, но, как пишут наши новости, что в основном это делается за счет большого наплыва контрабанды.